Что-то меня-то за что сбросили, Альберт, поднимайся обратно! Вы там тише, будьте! Уже тут стойте все на месте! Успокойтесь, все, тихо! Все, тихо! Все! Тихо, становитесь уже, тихо! Где Катя? Где Катя? Вы меня столкнули, блин! Успокойтесь, здесь и так мало места! Че вы не можете поделить один квадратный метр? Катя, поднимайся вот сюда, давай! Нам же тихо здесь надо быть, пока мы здесь с вами... Отойди в сторону! Пока мы здесь с вами не кричим, он нас не видит. Вы же понимаете, чем больше мы дрюкаться вот сейчас будем сталкивать друг друга, тем быстрее он нас заметит. Так, это вообще хорошо, то что мы с вами нашли место, где можно спрятаться. А сейчас, вот таким же чудесным образом, нам с вами нужно найти план. План, который поможет нам отсюда всем быстро сдрыснуть. Есть охота план, как нам убить Йети, а? А может я натравлю своих коров на него? Нютка его точно до смерти забодает! Ну сейчас ты видишь, с кем я дружу, да, Кать? Вот и с ним я дружу. Ой, кузнец. А у кого-то другого есть еще какой-то план? Более нормальный и логичный, чем у кузнеца, а? У меня есть план. У меня отличный план. Я сваливаю, всем пока. Куда ты сваливаешь? Он должен сейчас тебя заметить и сожрет тебя заново! Ну ты же не сможешь так просто свалить с этого города! Обратно сюда, давай поднимайся! Нельзя так, Кать! Если проблема в жизни появилась, проблему надо решить, а потом уже сваливать! Я даже не знаю, где есть выход из этого города, поэтому придется остаться с вами! Подожди, Шурик, отойди! Сенсей, хачикрики, вау, подойдите сюда. Кать, если ты вдруг не знала, примерно серии 5-6 назад я кокнул медузу Горгону. Ну, здесь ее помощью я тебя в камень как раз-таки превратил. И мне сенсей хачикрики, вау, сказал скрафтить меч из драконьей кости. Вот этот вот. Так может, сенсей, ты сейчас мне скажешь, как нам кокнуть вот этого йети? Ты-то точно должен знать. А может ближе к делу? Может ты все же нам скажешь, а не будешь хамакать? Эти мои. Кажется, я придумал способ, как нам его победить. И как? Сейчас я вам все покажу. Давай тогда быстрее, времени-то мало, давай! Так, и чё он нам покажет? Ну, и чё? Он просто свалил отсюда. Вот тебе и хэмэ. Фу, блин. Тебе и сенсей хачапури чихуахуа. Да по такому-то мы тоже так же можем сейчас взять, поступить и свалить с этого города, но нет. Так мы делать не будем. Так. План. Быстро! Первое, что придет в голову. Шурик, план, давай. Предлагаю всем вместе спрыгнуть на него и закусать до смерти. Говно план. В смысле, мне... Кузнец, первое, что придет тебе в голову. Давай, быстро. Да он уже предлагал. Коровы! План. У меня на самом деле есть план. Давай я расскажу. Серьезный план. У тебя есть план? Не смеши, вот труханы мои, так, планы. Слушай, Альберт, я с тобой-то на самом деле вообще не дружу, но может у тебя есть какой-то план, а? Да я серьезно говорю, у меня есть план, выслушай ты меня. Ты-то откуда можешь знать, как сразить Йети? Ты только что в город магии пришла, ты вообще здесь ни тю-тю, ни вот это, ничего не понимаешь, а? Ты будешь тут стоять еще 100 лет или, может быть, выслушаешь меня наконец-то? Ладно, давай, говори! Ну вот если по логике рассуждать, вот Йети он кто? Правильно, снежный человек. Из чего он сделан? Из снега, может быть, изо льда, неважно. Он зимний, он холодный. Соответственно, чем можно победить снег или лед? Ну вот кто, например, умеет огнем пуляться, а? Ну вот, например, в него можно просто огонь фигануть, и он растает, ну... А вот это идея! Не такая ты тупая, Катя, как я думал! Не, в смысле... Я в принципе не думал, что ты тупая, это выражение просто такое. Так, отойди, Кристина, а кто у нас, кстати, здесь вот этим огнем владеет, а, среди всех нас? Так это, Альберт? Где Альберт? Он же меня учил огнем пуляться, когда мы там сидели на морковку кушали. Альберт умеет. И Кристина тоже вроде магии вот это огня владеет. Ты смотри на нее, она вся рыжая, у нее вот это огонь в крови течет. Так, короче, вы сейчас...
пойдете и просто вдвоем кокните вот этого Йети. А мы просто... На поддержку. Мы просто будем за вас болеть. Все, давайте. Сейчас спускаемся сюда. Быстро давайте вниз. Вот у тебя баба башка. Умнее, чем ты. Слушай, кузнец, я бы на твоем месте вообще бы не умничал. Твоя жена в 100 раз умнее, чем ты. Так, короче, давайте делаем так. Я, кузнец, Катя и вот это, и Шурик идете в... Вообще-то я его девушка. Слушай, Кристина, моя дорогая, ну все уже, ну успокойся, не смешно уже, пойдемте. Я, кузнец, Шурик, идем, и Катя идем с правой стороны. Ты, Кристина, и ты, Альберт, с левой стороны его обходите и в самый подходящий момент нападаете на него и бьете магией огнем. Все, давай! Огнем только это, не перепутайте там ничего. Только огнем. Так, все сюда медленно идем, не шумим. Он стоит вот там и пока что ничего не подозревает. Да, идите туда направо, давай, идите. Офигеть, у него задница. У кого задница? У меня? Ну, спасибо большое. Это, ты палочку хотя бы возьми, Кристина, в руку, ты чё, вот это идёшь? Так... Все сюда подходим. Ой-ой-ой-ой, подходим и... Давай! Дайте! Давай! Пошла жара по трубам! Так, а мы вот сюда обходим. Давайте, у вас все получится! Мы просто как бы магией огня не владеем, поэтому мы здесь бесполезны. Добивайте, еще чуть-чуть осталось, давайте! Что-то, походу, нифига не работает! На тебе! Чё-то твоя идея какая-то провальная, чё-то на него вообще не работает! Вот это такой! Так, ладно, валим отсюда! Короче, у меня есть идея! В этом его отбейте, а мы пойдем за помощью! Мы сейчас пойдем, соберем всех наших друзей, которые есть в этом городе, и вернемся с поддержкой! Ага, хороший план, давайте! Так это чё, не все твои друзья, что ли? Какие все мои друзья? Мы сейчас в деревню пойдем, позовем этого барона, слайма, Хрюнделя, Вероника, которая третью серию болеет. Мы сейчас всех созовем, вернемся в этот город и закукарачим вот этого Йети, который еще на нас напал. А это еще кто такой? Тоже твой друг, что ли? Лунтик или Смешарик, как его звать-то? Это не мой. Ты ближе сюда, лучше ко мне подойди. Сюда. Это, если я не ошибаюсь, снежный голем. Одного такого мы уже кокали однажды вот здесь, этой священной наковальней. А чё он ещё один раз из леса своего вот этого проклятого вышел? Как я вовремя приехала к вам. Да что ж там происходит? Господи, я что-то холодно! Это потому что это снежный голем! Снежный голем! Слушайте, а я что-то не понимаю, а почему вся вот эта нечисть в один момент вышла... Обратно, Шурик! Спокойно. В обратную сторону. Так. Слушайте, от кого проще умереть? От снежного голема или от снежного Йети? Ну что делать-то? В воду прыгать! Вот что делать! Давайте! Все! Давай, кузнец! И... Па! Плывем на вот этот берег, на вот этот остров, чтобы они нас не догнали! И ядрить, колотить! А чё-то вся зимняя нечисть наружу в это вышла! Зима близкая или что, я не могу понять! Ну вообще да, как бы уже осень наступила. Ну как бы да, так все вот сюда, Кать, плыви вот сюда за нами. Отправляемся на вот этот остров здесь на 100%. Никто не дает, это не достанет. А тут у вас что находится-то, а? Кошмар какой-то. Дурдом у вас тут происходит, а не город магии. Я думала, тут феечки Винкс летают, там бабочки, радуга, все весело. Феечки Пердинкс у нас здесь летают. У нас здесь каждую серию апокалипсис какой-то мини происходит. Сейчас, подождите. Одышимся, у меня башка кружится, одышимся и пойдем это сражаться с этим Йети. Сейчас. Секунду нам дайте. Так. Вас
еще здесь не хватало, утопленники проклятые! Это кто? Разрешите представить, Катя, мы случайно забрели на остров утопленников, а это хозяева этого острова, утопленники! Так а зачем мы вообще сюда пошли, блин, а что теперь делать? Палочки в руки берем и начинаем их пакать! Вот что с ним надо делать, Катя! Нифига себе, у вас тут заклинашки! Катя, Катя, давай свою магию! На тебе, на! А сейчас все, закройте уши! Ёбарасте! Это ты их кокнул? Это палочка грома, Катя. Это палочка грома. А это что такое? Так, это сердце утопленника. Из них вроде выпало, если я не ошибаюсь. Фу, сердце! Ну так оно пригодится для зелья крафтить. Так, одно только выпало. Ладно. Так, слушайте, что я вам предлагаю? Нам нужна помощь. Мы вчетвером вообще не справляемся ни с чем. У нас и йети, и снежный голем, и вот это и утопленники. Поэтому, сейчас. Кузя! Фу. Сейчас, подожди. Сейчас, минуту. Дракон! Спасайся, кто может! А ну иди отсюда, нечисть ты паршивая! Вали отсюда! Чё ты стоишь? Ты убить нас хочешь, что ли? Пошёл вон! Ты успокойся! Ты успокойся, ненормальная! Господи, ты какой дракон? Это мой дракон, Катя! Это... Какой еще твой дракон? Ты с катушек съехал, а ну проваливай! Да ты это Кузя! Его Кузя зовут! Это мой личный дракон! Питомец мой домашний! Ты чё орёшь, как резать? Ты его сейчас напугаешь! Кузя, не переживай, она сумасшедшая просто! Это мой дракон, это Кузя! Откуда у тебя дракон? Ты так полну... Я Веронике спас жизнь, Вероника... А, Вероника, да. Да, Вероника мне яйцо свое вот это подарила. Кузя вылупился. Его... Кузя мой дракон, ты его напугала! То есть, когда я иду в магазин покупать себе носки, я тебе их фоткаю, показываю, говорю, смотри, я купила себе носки. А ты, когда вот дракона себе приобрел, ты мне ни слова не сказал. Ну, ты... Ну так получилось, ну какая разница, это Кузя, он пришел нам на помощь, все, не бей его, главное. Так, ладно, идите все сюда за мной, отправляемся обратно в город. Может Кузя нам поможет этого йети кокнуть, я не знаю, или еще кто-то нам поможет его кокнуть. Главное не отставайте, давайте вот сюда летите, Катя, ты тоже не отставай. Господи, какой кошмар, а можно мне уже домой? Сейчас, подожди, с Йети разберемся и можно будет. Сейчас у нас на одну голову больше, значит мы сами должны лучше соображать. Кузя у нас есть, поэтому может Кузя нам поможет что-то придумать. Как нам кокнуть этого Йети, а после Йети еще снежного голема? Как нам их кокнуть, а? Что-то умное скажите, пожалуйста. Ну, я все же предлагаю вариант с коровами. Мои Нютка и Зинка запросто его забодают. Кузец, и в жопу. Жопу с своими коровами, честно. Так, что ты умеешь? Подожди. А ну вдруг кузнец дело говорит. Вдруг у него реально там быки, а не коровы. Сильные такие возьмут и такие... Вот так, и все нормально будет, а? Я с его коровами знаком дольше, чем с кузнецом. У него самые обычные коровы. Его коровы нам 100% не помогут забодать йети. Ну, Кузя нам сможет помочь разве что. Это Шурик, может, у тебя есть что-то умная мысль какая-то в голове? Слушай, а ты помнишь того кузнеца с огромным топором? Он же ведь тебе меч из драконьей кости выковал. Может, он и сейчас нам сможет помочь? А вот это, кстати, идея. Мужик с этим с огромным топором, который еще нашему кузнецу понравился, потому что у него огромный топор был. Так, смотрите, что делаем. Шурик, кузнец, прямо сейчас идете, помогаете Кристине и Альберту. Вот это убить йети или там отвлечь его как-то. А мы с тобой, Катя, прямо сейчас отправимся к этому мужику с огромным топором. Так. Я, походу, сегодня со всем городом познакомлюсь. Ты сегодня со всеми познакомишься. Короче, Кузя, ты Катю прямо сейчас отвези к тому огромному дому, который возле арены находится. Ну, ты знаешь, мы с тобой там уже были. А ты, Катя, просто строкостанцию убери и запендюхивай на него. Давай быстро, полетела. Я на твоего дракона не сяду.
А у нас другого выбора нет. Быстро на него садись и полетела. Он тебя сам отвезет. Тебе им даже вот это управлять не надо. Давай. Кошмар какой. Если я с него кокнусь... Ой-ой-ой. Это будешь виноват ты. Да не в ту сторону, Кузя. В другую сторону. Да он, походу, разворачивается. Давай, полетел. Кузя, ёпарас, это ты поаккуратнее. Все-таки девочка. А мы с вами, пацантре, отправимся прямо... Вот туда. Так, идите его отвлекайте, а я использую свое новое заклинание, которое я ему тоже недавно научился. Давайте. Раз, два, три. Невидимость мне поможет в такой сложной ситуации. Вы его отвлекайте, сражайтесь с ним, а я быстренько здесь пробегу вот туда и вернусь уже с победой 100%. Надеюсь, если Катя, конечно, долетела туда и не кукнулась, Кузи голову себе не разбила, а?